сегодня удивительным образом дает результат именно то, что не так давно было главным предметом западной критики. Ценой больших усилий в Беларуси сохранили все ключевые отрасли экономики, определяющие отечественную специализацию. Мы развиваем производственную базу на собственной платформе, постоянно модернизируется сельское хозяйство, но главное – есть люди, научный потенциал в приоритетных для нас секторах экономики. Мы достаточно глубоко проанализировали совместные возможности и хотел бы буквально в нескольких словах остановиться на главных направлениях и перспективах нашего сотрудничества. Первое – это машиностроение. Флагманское направление – экспорт техники БелАЗ, которая себя прекрасно зарекомендовала, в том числе в условиях Крайнего Севера. Сегодня активно ведутся переговоры по поставке партии карьерных самосвалов для первой горнорудной компании. Следующий блок – пассажирский транспорт. Мы благодарны вам за выбор современных автобусов МАЗ для масштабного переоснащения перевозок в столице вашего региона. Общая поставка в конце 2022-го, начале 2023 года составила 150 машин. Гарантийное и постгарантийное обслуживание для белорусских производителей – приоритетная задача. Знайте, что все недочеты, которые могут быть выявлены в ходе эксплуатации, будут немедленно устранены. Если нужно будет, мы свою технику будем обслуживать сами. Мы можем поставить несколько инженеров и набрать у вас людей. Мы их обучим, они будут под руководством наших инженеров обслуживать технику, которую мы вам будем поставлять. Лесозаготовительная техника. Архангельская область является одним из ключевых лесных регионов России. Техника «Амкадор» у вас работает, однако некоторые все еще ориентируются на машины из недружественных стран. Запчасти привозят по серым схемам втридорога, а то и в 5 раз дороже. Разбирают по винтикам сломанные экземпляры. Это неэффективно. Уже сегодня в Петрозаводске реализуется уникальный проект. Создается первое в России производство лесных машин «Амкадор». Головное предприятие в Минске. «Амкадор Онега» в Карелии сейчас оттачивают качество и подстраиваются под запросы именно российского покупателя. Надеюсь, у архангельских лесозаготовителей очень скоро будет большой интерес к новой союзной технике. И я вас прошу поддержать этот выгодный проект для нас и вас. Притом я не исключаю того, что мы напрямую будем с Минска с вами сотрудничать и обеспечим все потребности, а они немалые, для Архангельской области.